Ende bei jedem. Дискомфорт полный. Вы лежать? Вы готовы лежать? Где их имена? Где их имена? Заметили меня, Саша? Не, на пляже нет. Нет, на пляже мы не хотим. Ну, лучше, чем здесь. Нет, если на песке... На песке тоже такой низкий столик. Посмотрите, у нас идут двухместные кровати элементарные, там просто маленький столик идет. Но вам будет некомфортно, например, шестерым. Не годится. Ну, это мне было бы комфортно только. Да тут остается. Конечно, но... А что здесь делать? Река может освободиться уже, кто уйдет. К сожалению, просто брони подряд тут на 8 минут. Бронирование. Я понимаю, но взяли у меня уже не свободу, плюс, а тут день рождения. Давай. Вам какое? Сухое, полусладкое? Сухое, мне сухое. Нет, шампанское вы будете? Какое? Игристое или не игристое? Ну, как шампанское или вино? Ну вот, наверное, вот это, подождите, это белое вино, Ну, шампанское или вино, скажи? Нет, не шампанское, а просто вино белое. Это вино, да, вот это сухое, вот, да? Арианда. Сухое, да. Арианда Пиноблан, да, это вино идет. Это вино, да? Да. И шардоне, это сухое вино, да? Да. Ну, давайте вот это шардоне. Шардоне, да? Да. А бутылочка, да? Да. А сколько бокалов? А вот еще просека есть. Там. Я не пью просека, я не люблю. Нам бутылочку. И сколько бокалов вы говорите? Сашка. Или фреш. А воду закажи. Воду. Самое главное жди меня. Супер. Хорошая. Ну я пока не хочу кушать. Я еще не нагуляла. Какая красивая фотка. Так, трио форшмаки.